Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатываем денежку в долларах. Потом переводим их на биткоин валюту, на этот. И выводим на FaucetP уже биткоин Сатоши. Называется Light GPT. Как-то так. Значит, я сегодня вывела денежку. У меня на балансе было 17 центов. Здесь в биткоин Сатошах как таковой минималки нет. Там минимум всего лишь одна Сатоха. Одна Сатоша. Значит, вывод. Вывод производится в ручном режиме. Возможно, что у меня была большая сумма. Может, для них это большая сумма. Вот. Это 1900 биткоин-сатошиков с учетом комиссии. У меня вышло. Вот 8.07 сегодня. И я вывела 1862 биткоин сатоши на FaucetP. Все замечательно, бокс платит. Вот Light GPT, вот этот. Пришли мои сатохи. 1862. 8 июля. Так, теперь что еще хочу сказать по поводу вывода. Добавили, друзья, платежную систему Payeer. Минимальный вывод на Payeer 50 центов. Я считаю, это немного. Вывод не завышен. Так, вот он. Вывод от Payeer. Только не забудьте прописать в настройках платежный реквизит, то будет выводить на Payeer. И вот минимум 50 центов, максимум 50 долларов. Ну, комиссия, естественно. И все такое. А кто на FaucetP выводит, нужно их переводить. Трансфер. Перевод нажимаете. И вот майн баланс, перевод. Вот это Пуршаза, сюда кликаете, друзья, выбираете BTC валет и переводите вашу сумму, вот это стираете, удаляете, вводите свою сумму. Вот, и у вас, обращаю ваше внимание, нажимаете перевод, у вас переведется вот на этот BTC валет, и смотрите, может кто-то скажет, что я перевел, мне не перевели, здесь как? Есть вот здесь BTC валет, видим, да? Вот майн баланс, Пуршаза баланс, BTC валет. Сюда денежка не переводится. Переводится вот здесь слева. Вот майн, Пуршаза, трафик вот на этот BTC валет. Вот здесь смотрите свою сумму, которую вы перевели. Вот. Ну что, букс легенький, без всяких там скрытых реклам, все замечательно просматривается быстренько. Я работаю здесь только на ПТС. Вот у меня появилась одна рекламка, у меня так все просмотрено, и на кране я собираю. Видео мне недоступны, трафик я не лезу, в трафик мне не надо. В принципе, на этом все. Хотите работать, хотите не работайте, никто никого не заставляет. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.